Господи, прости меня грешного. Кто? Свои. Ну, раз свои, утром приходите. Батюшка, дело срочное. Один? Один, один. А говорил один. Соврал. Кость, ты ж комсомолец. Да я так из вежливости, вдруг так надо. Не надо. Если Бога в душе нет, нечего в лоб пальцами тыкать. А что, так сразу и видно, что Бога в душе нет? Револьвер спрячь, коли порешить меня не надумал, что им зря трясти. А немцы, значит, службу справлять разрешили? Разрешили. А ты и рад. Че пришел, дело есть, так выкладывай. Нет, погодите, я... А че это во мне Бога нет? Слышь, сынок, я чешунку какую-нибудь чистую. Я чешунку и возьму. Барин, а ты можешь кусу башку свернуть? Я не кусю могу. Это хорошо, это хорошо. И не жрите прямо там, слышь. Ладно, что, мы первый раз, что ли? Язык разумом поглядывай. Заположный он какой-то. Огонь, разум. Сделаем. Все, разбежались. Гули, 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 гули. Понять, под кого хватать. Корзинка, спички есть? Да какие спички, Монгол? Вон, слышь, курку дать. Берешь и за бошку. Вот она. Я за бошку. Ты че, Корзуба, я никому бошки сроду не крутил. Ага, я заметил. Да то ж люди, а это тварь божья. Слышь, парень, давай крутим бошки. Что, кому крутить-то? Дай мне, я скручу. Да тихо. Слышь, Корзуба, ты же еще свиньи, давай возьмем. Я знаю, как мне один рассказывал, как готовить. Да, твою мать. А ну, выходи по одному. Ты же все встали. Все, 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 выходим. Давай, шнель! Ты мне не балуй. Ты че, дурак! Ты мне чуток не отстрелил, ты че? Ладно. Спасибо за угощение. Ну, насчет дела ты как? Поможешь? Одежу я вам свою не дам. Все одно не поверят. Только сами голову положите, да и меня старого повесят. Ясно. Значит, не поможешь. Чем я тебе помогу? Накормить накормлю, спать уложу, немцам не выдам. Ну, а дальше ты уж сам давай. Ладно, давай спать. Пара часов у нас есть. Где у тебя шконка-то? Сидел. Сидел. Я тоже сидел. 3 года дали. А потом 5 лет ссылки. А меня расстрелять хотели. А потом передумали. Значит, тебе Бог помог. Бог тут ни при чем. Меня друг спас. Спас, чтобы я еще пару фашистов на тот свет отправил. А вот ты думаешь, Бог это кто? Как в карикатурах ваших, да? Дед с бородой на облаке? Нет. В иных спортбилетом вашим Бога больше, чем в тех, кто крестное знамение творит. Подумай об этом. Слышь, молодой, Бога нет. Ты давай иди на сундук ложись и гармонь сними.
ваша? Умеешь, что ли? Умею. Сыграй что-нибудь. Если командиру вашему не помешает. Да играйте. Надо мной хоть из пушек пали. Спать хочу, не могу. Ну, сыграй что-нибудь. Для души. Все, чур. Ведем их в конюшню. Сдается мне, что это окруженцы. О, видали? А нам отдувайся. Заткнись, как зубы. Ушел, значит, надо. Слышь, старый, ты политику нам не жей, мы эти. Анти-эти, эти социальные элементы. Элемент. Иди, элемент. Креститься не умеешь, в церковь не ходишь, а песню спел, и на душе легче становится. Разве это не добро? Добро. А вот это и есть Бог. Что ж тогда Бог войну это допустил? Или в ней тоже добро есть? Так только через людские страдания понимаешь, что война – это зло. А без зла как поймешь, что хорошо? На одного Бога надеяться мало. Тут самим потрудиться надо. А вот мы и трудимся. Только не за Бога, а за людей наших, советских. Буди, товарища своего, пора. Да не сплю я. Значит, со мной или без меня, все равно пойдете. У нас есть приказ, а приказ надо выполнять. Постреляют вас. Давай, Кость, пора. Куда торопиться, погодите. Успеем. Давайте я хоть вас правильно креститься научу. Живи в помощи Вышнего, крови Бога Небесного водворится. Заступник Моисей, прибежище моего. А в конной армии служу я, а за боевым конем дружу. И охраняю, ой, на коне я, а рубежи в родной стране. А мы давно к войне готовы, но мы войны, ой, не хотим. И нам чужой земли не надо, но и свои не отдадим. А нам чужой земли не надо, но и свои не отдадим. Отсюда валить надо. Как? Как получится. Я еще не нагулялся. Седого ждать надо. Он не кинет. Седой уже давно в новых прохарях по лесу шастает. А ты сиди его здесь и жди. Себе людей не мерит. Thank you.
опять вы. Ты один? Остальные где? Спалились мои ребята вон в той деревеньке. Ты их бросил? Не гони, начальник. Я что, с голыми крабами под пулю полезу? Новая власть выдала местным вертухаям. Лентари, они шмаляют налево-направо. Чуть-чуть, суки, лишнюю не отстрелили. А вы не в ту ли деревню часом топаете, ребят? Тебе какое дело? А такое дело, что если я свое дело, да к вашему делу. Присусите, так может и корешей своих вытащу. Чтоб мы из-за твоих урок под пули лезли? Да нет, вы не полезете. Вы свое дело сделаете. А я свое. Все одно сподручнее. Ну так как, возьмете? Под пули пойдешь? Нет, я за братвой пойду. А там как получится. Берете или нет? Оружия у меня для тебя нет. А мне без надобности, я не воин. Ножик есть? Нож найду. Давай. О, с таким дерьмом воюете. Нож верни и свободен. Да ладно, начальник. Видал я и хуже. Остапчук, с ним пойдешь. Угу. Пойдем, напарник. Жениться-то, а? Смотри, Маринка запряжет тебя в оглоблю. Узнаешь, как с молодухой жить сладко. Я немножко нервничаю. Первый раз же женюсь. А? Да не боись, Фомич, позови друзей, помогут. Ну, Фомич, ой, Фомич, давай. Давай, Фомич, за тебя. Терпится. Любится. А где Маринка-то? Че она возится-то? Уже батюшка идет. Ну. Ой, неужели батюшка приехал? А это кто такие, а? Это дьяк Сергий, сам митрополит прислал, ибо свадьба нынче редкость. А это монастырский послушник, на гармонии играет мастер. Музыку, батюшка, нам удружил. А пойдем, идем, выйдем, идем, а? Сын. Давай. Про лошадь не забудьте. Тоже Божье создание. Ну да. А нет. Ты, сын мой, не напивался бы, как свинья? Ежели венчать. Как тебе венчать, коли ты лыка вязать не будешь? Все, все, больше не буду. Ты только учти. У нас график такой. Сначала гости придут. Ну да, да. Выпьем за новую власть. За фюрера нашего, за победу. Наши с батюшкой уже на месте. Ага. Пора начинать. Колокольню посмотри. Там двое. Угу. Вижу. С них и начнем. Угу. Служивые, далеко собрались. Thank you.
Ну, что ты высматриваешь? Красную армию? Ай, типун тебе на язык. Давай, садись уже. Торчишь тут, как журавль. Наливай. Наш жених уж, наверное, давно в дымину. А призваться успели бы, сейчас бы с Красной армией драпали. Что ты часто про Красную армию вспоминаешь? Жалеешь, что ли? А может, и жалею. Хлопцев наших там много. Да ты лучше Господа Бога моли, что ты здесь. Жалеет он. Хлопцев уж давно поубивало, а ты тут сало жрешь. И разговоры тут эти заканчивай разговаривать. Еще раз вякнешь, сам доложу. Понял? Да ладно, ладно. Что, я жалуюсь, что ли? С этим что делать? Стихи ему прочти про любовь к родине. Я понял. Ну что, Вань, устал? Э-а, не устал, но выпить хочется. Так поди, выпей. Я так уж принял. А пожрать главное петь не дают, да? Пожрать дайте, гады! Сейчас как стрельну. Если орать будете. Вот так вот. Стрельнуть он может, а пожрать он дать не может. Барин, ну что ты молчишь-то? Ну а что, ты говори погромче, может, правда стрельнет. Жрать не захочется. А, у них там свадьба. Знаете, вот эти вот поросяточки вот, только понесла вот. Знаешь, такие с петрушечкой. Слышишь, заткнись, а то сейчас, правда, сам где травку засуну в одно место. Сам будешь похож на того поросенка. Ты что дразнишься? Затянул. За Сталина! Дед, за ты чего? Совсем того?
я тебе за такие слова завтра же в Германию отправлю. Будешь там пахать на пилера нашего. Ну что, Хохол, ты как? Оружие собери и пойдем. Эх, парень, что ж ты с той стороны-то? Давай ее вынесу. Тихо, не кипишись. Шумнешь раньше времени. Ждите. Хохол, пойдем, родная. Придется всех валить. Пойдем, ну, не... пойдем. Хохол. Да не ветрает. Ничего. Пойдем. Вот так. Я хочу выпить за Гитлера. За нашего фюрера. Этого Адольфа. Отчество не помню. Маринка. Прости меня, Господи. Сын мой, иди-ка сюда. Сыграй нам что-нибудь для души. На невесту будешь пялиться, уши оборву. Почему никто не кричит «Горько»? Чай не хотите, да? А ты, поп, чё расселся? Давай венчай. Отведи эту заблудшую овцу в дом, сын. Зачем в дом? Давай икону сюда принеси, мы ее поцелуем. И дело готово. Исповедоваться надо до венчания, сын мой. Венчаться надо с чистой душой, угодной Богу. Ну, иди. Да ты чё это самое? Пойдём. Ну надо так надо. Пойдём. Да ну давай по-быстрому. Ну ты это, отшельник, че толкаешь? Давай выпьем, что ли? Давай, бабоньки, наливай, давай там. На Муромской дорожке стояли три сады. Фомич женится. Он мне теперь лучше друг. А знаешь, почему лучше? Он женится, а я его женушку обрехобую. Ну все, гармонист. Молись Богу своему. Что ж ты, сын мой, не гоже так. Да что ж такое дело с тобой? Не гоже. Ой, Господи, не Христе. Ох, Константин. Мачка. Батюшку убили! Мачка. Ах ты, мать честная, Фомич! Ложись! Что вы делаете, ребятки? Да молчи ты, черт правый! Мачка, надо было тебе уши умрать, да не могу. Батюшка. Боец Карамышев.
Ты почему без команды начал? Костя, если б не ты, эти двое пожить бы еще могли. Ну-ка, бабы, тихо! Чего орете? Разбирайте столы. Свадьба закончилась. Что с этими, которые в амбаре делать? Так это мои, эти, ну як их, заключенные. Выпускай. Ключи у этого в кармане. Лужников, за мной. Контингент. Ну что, злочинцы, опять набедували? Тую. А я думаю, все, кто нас откроет? Что, братва, обжили хату? Давай на волю. Чего так долго? Слава тебе, Господи, прости. Ну что, командир, дело конченое. Уходить надо. Погоди. Зинаида Степановна, нам нужны будут батареи для рации, боеприпасы, медикаменты. Ну так возьмите все, что нужно. Вам тоже нужно будет уходить. Немцы придут, вас не пощадят. А у этой Марины, у нее к Фомичу любовь, что ли, какая была? Да какая любовь? Угнали бы завтра ее, вот и вся любовь. Как угнали? Да вот так. Завтра наших должны были на станцию забрать. Туда со всей округи по спискам свозят. У кого родственники партийные или в армии. Вторые сутки вагоны стоят. В Германию, говорят, угонять будут. А вы откуда знаете? Так у меня распоряжение это. Гуляйтера-то. Ну так у меня оружие на целый отряд. Только вооружатников одни бабы. Вот бы мне мужиков вернуть-то, а? Господи, кого ж там еще несет? Там немцы! Ой! 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 Давай, давай, там немцы, там готовы! Хочу, мальчик. Сиди и кушай. Einer hat's schon geschafft. Корзубы, везем хлеб-соль. Возьмешь лево, мангул валыну прикрой. Сработаешь право. Чужой, да? А ты сиди и кушай. О! Милости просим! Лукмаль, пиктунки не дам слов. Здравствуйте! Шнапс? Sieht so aus. Was bist du dran? Милости прошу к нашему шалашу. Отведайте, гости дорогие, наше угощение. Невеста. Халы, халы. Значит, выливай. Давай. Будь здоров. Чиж, а не рано с горла-то? Перебздел, Чиж. Ну. Что решили? Вы с нами?
Какой базар, начальник? Видишь, сколько мы накрошили? Тогда через 15 минут жду вас возле сельсовета. За мной. Не заводится. Пулемет снимай. Есть. Иду, иду. Что вы так нетерпеливы? Здравствуйте. А почему вы так испугались, Самуил Моисеевич? Разве вам есть чего бояться? Сейчас вы скажете, что советскому человеку бояться нечего. Именно. Тем более наших родных следственных органов. Или вы шьете в тайне от финоинспектора? А? Вы что, сошлете меня в Сибирь? Только не говорите мне, что в Сибири не носят костюмов. Ну да, ну да. Только до сих пор вы из Москвы не уехали. Зачем мне уезжать? Здесь похоронена моя жена. Здесь мои мальчики ушли на фронт. Нет, сам я отсюда никуда не уеду. Другое дело приговор. Государству не поспоришь. С ним надо соглашаться. Что вы мне бросили здесь на стол? Вы что, не видите, что я здесь работаю? Посмотрите эту форму. Меня интересует воротник. И что вас так в нем заинтересовало? Наши специалисты утверждают, что в него была вшита ампула. Что, ваши специалисты умеют шить? Ваши специалисты вовсе не специалисты. Вы что, не видите? Здесь не было ничего зашито, оно просто было всунуто. Грубо всунуто. Так тетя Соня всовывает геморройные свечи своему мужу Мойше. Самуил Моисеевич, вы уверены? Молодой человек, ампула с ядом – это не витамин. Если вы хотите зашить ампулу с ядом, ее надо так зашить, чтобы она не лопнула ни от такого щелчка. Я вам говорю, здесь просто было в сумме. Спасибо вам, Самуил Моисеевич. Ой, а вы что, не будете меня арестовывать? Сейчас стране нужны солдаты, а не арестанты. О, я тоже так же и подумал. Я так и подумал. Если вы и мои мальчики не остановите Гитлера, то они все равно меня повесят. А если вы их все-таки остановите, то слово чести. Я поеду в тундру и буду шить костюмы для оленеводов. Стой. В машину. Стой. Документы.
Давно жду вас, товарищ полковник. Майор Серов, у меня к вам несколько вопросов. Кочубей? От него. Везучий. Кочубей. Угу. Еще бы голову к везению, цены бы не было. На рожон лезет. Случилось что? Не знаю. Не мне шифровка, а Лехина. У тебя чай есть? Есть в кабинете. Ну, я зайду через часов. Отсыпешь? Заходи. Давай. Слушайте, майор, ну что вы мне... По третьему разу одни и те же вопросы задаете. Я понять хочу. Как это у вас в управлении убит немецкий диверсант? Просмотрели мы эту ампулу, просмотрели. Если подозреваете, так арестовываете. Ну что он, выходит, зубами ее раскусил, да? Ну, выходит так. Да вот не выходит так. Вы намерены следствию помогать, товарищ полковник? Так, разговор начинает быть интересным. О, сейчас он будет еще интересней. Не сам он эту ампулку раздавил, вы понимаете? Там был яд мгновенного действия, он бы даже челюсть разжать не успел, а челюсть у него была расслаблена. Что вы хотите этим сказать? А то, что сначала убили его, а потом ампулку его же челюстью раздавили. Вот у нас с вами какое кино получается, товарищ полковник. Слушай, майор, а чего ты мне все это рассказываешь? А я доверяю вам больше, чем другим, из-за истории на шоссе. А другим, значит, не доверяю? А другим не доверяю. Совсем. Потому что в вашем управлении засел вражеский шпион. А вот пугать меня не надо, майор. Да не пугаю я вас, полковник. Я вам просто ситуацию подробно разъясняю. Для вашей же пользы. За линию фронта для обнаружения центра подготовки спецоперации Абвера отправляется разведгруппа капитана Кочубея. При переходе линии фронта разведчики теряют больше половины личного состава. Остатки группы выходят к деревне Чапаевка, где Кочубею приказано провести акцию возмездия в отношении советских граждан, перешедших на сторону врага. К Кочубею присоединяется вор в законе Седой. Его людей взяли в Чапаевке этой ночью. Свое дело, да к вашему делу. Присутствуйте, так может и корешей своих вытащим. Во время свадьбы Фомича отряд Кочубея уничтожает полицаев и освобождает захваченных уголовников Седова. Староста села Зинаида Степановна, она же агент полковника Плужникова по кличке Заря, сообщает Кочубею, что на станции стоят вагоны с людьми. У кого родственники партийные или в армии? Вторые сутки вагоны стоят. В Германии, говорят, угонять будут. А в Москве следователь Серов допрашивает полковника Алехина. Там был яд мгновенного действия, он бы даже челюсть разжать не успел, а челюсть у него была... расслаблено. Что вы хотите этим сказать? А то, что сначала убили его, а потом ампулку его же челюстью раздавили. Это окончательно подтверждает версию о существовании предателя в 4-м управлении НКВД. За солнце свет, за дни прекрасные, за дом родимый, за страну, за матерей, за очи ясные. Мы уходили на войну. За матерей, за очи ясные. Мы уходили на войну. В течение 29 августа наши войска вели упорные бои с противником на всем фронте. Страна круглосуточно воевала и работала. В журнале посещений Верховного Главнокомандующего первые посетители зарегистрированы уже в 0 часов 20 минут. Последним кабинет Сталина покинул маршал Жуков в 22:45. В германском генеральном штабе уже всерьез заговорили о зимней кампании.
Стало очевидно, что планы немцев уничтожить Советский Союз за 6-8 недель оказались неизбыточными. Как одну из возможностей приблизить окончание войны, Абвер видел в организации физического устранения Сталина. Браво! Прошу прощения, господин генерал. Три десятки? Тогда сехта. Сталин, да. Я хотел сказать, если бы это был настоящий Сталин. Какие проблемы приведите в свой тир настоящего? Троянов, мне показалось, что ваша, так скажем, неприязнь к Сталину имеет что-то личное. Вам же известна моя биография. И все же. Я покинул большевистскую Россию вслед за Троцким. Я считаю, что Троцкий гораздо больше бы сделал для своей страны, если бы не эти. Я ценю вашу преданность своему вождю. Он мне тоже когда-то был симпатичен, несмотря на свою фамилию, Браунштейн. Господин генерал, если бы вы только знали, что происходит в России. Сталин — это зло. Он уничтожит все, до чего доберутся его руки. Ну и почему же вы тогда не попытались убить Сталина самостоятельно? Здесь собраны лучшие силы Абвера, и то попытка покушения на Сталина не увенчалась успехом. А что бы мог я один? Да. Ну что ж, хорошо, продолжайте занятия. Есть. Троянов, меня заинтересовало ваше предложение. Мы еще вернемся к этому вопросу. Оберстлейтенант. Кочубей просит разрешения на освобождение людей, которые находятся на станции. Я разрешил. Еще одна операция. Не многовато ли? Группа пополнилась уголовниками. Кочубей считает, что их надо проверить в деле. Ну, раз считает, пусть проверит. Главное, не переусердствуйте. Как бы у ректора терпение не закончилось. Не закончится. Он терпеливый, по Испании помню. Ну, он-то, может, и терпеливый, зато Серов ждать не будет. У Серова много работы. Не справляется человек. Побледнел, похудел. Да ладно, не справляется. Он как раз из тех служак, что он землю под собой рыть будет. Чтоб потом нас, кстати, в эту ямку закопать. Как ни грусти, а диверсанта убили у нас. Но это пока его версия. Кстати, а ты кому еще про эти вагоны сказал? Лебедеву. Только Лебедеву. Вы же бросили. Что смотришь? Закуривай. Паша, это как же так? Боец Седова отставить, обращаться по форме. Товарищ капитан, как же так? Все на задание, я вот от Зинаиды Степановны. Как же вы без меня? Седова, вы идете в отряд Зинаиды. Это приказ, и он не обсуждается. Да, ясно? Командир, если ты с барышней так разговариваешь, то войну мы точно выиграем. Да если ты не обижаешь, командир, я ж люблю. С одной стороны, у нас приказ найти эту немецкую разведшколу. А с другой, благодаря самодеятельности полковника Алехина, посланная нами разведгруппа делает все, чтобы ее обнаружили и уничтожили. И что прикажете докладывать? Докладывать? Ты в первую... очередь мне должен докладывать. Вам. Именно вам. И в главпур. Потому что главное политическое управление здесь представляю я. И главпур тоже активно занимается созданием партизанского движения из числа местных коммунистов. То-то я смотрю, насоздавали. И туда я должен докладывать, что вы, товарищ комиссар, в курсе происходящего. О, слышал? Что нам скажет главпур? Пусть главпур думает о том, что мы ему скажем. И нечего мне здесь политинформацию читать. Виноват? Отстраняйте. Мне задание выполнить надо. А если главпур не понимает того, что речь идет о предотвращении покушения на товарища Сталина, то в главном политическом управлении пора руководство менять. Ну, ладно, ты уж совсем уже. Об этом разговоре я докладывать не буду. Но вас, полковник Алехин, попрошу следить за словами. Значит так. Впредь, чтобы без моего ведома ни одного чиха не было. Всем ясно? Товарищ комиссар, прошу меня отстранить от этого задания. Об этом мы с тобой
Отдельно поговорим. Все свободны. Спасибо. Ну, что скажешь? Если на станции будет засада, круг подозреваемых существенно сузится. А если нет? Ну, а если нет, тогда тоже сужается. Да. Правда, несколько меньше. Может, и нет там ничего. Может, ошибается этот самый майор. Или просто он выслужиться решил. Да при чем здесь Серов? Мы это знаем, как обстоят дела. Да ладно тебе, тоже мы знаем мы. Если бы мы знали. Слушай, и вообще, не дымил бы тут, что ты же знаешь, что я бросил. Ага. Давай, иди. И вот что. Напиши рапорт. А то еще этот ретивый Мехлиса на нас натравит. Напишу. Обязательно напишу. Но только после получения информации от Кочубея. Первым делом. Здравствуйте. Здравствуйте. Что ты делаешь? Сколько их там? Человек 10? А на станции, наверное, как комендантская рота. А то и больше. Можете мне напомнить численность немецкой роты? Спасибо, не надо. Отмени задание. Пока у тебя есть хоть какая-то группа, с тебя не спросят. Если они все полягут, будешь крайний. Тебя послушать, так прошли и пусть сидят. Шлют радиограммы, и слава богу. У них какая задача? Найти эту школу. Пусть ищут. Найти и уничтожить. Пускай хотя бы найдут. Занимаются черт знает чем. То полицаев постреляют, то теперь эти вагоны. Слушай, а ты вчера шифровку от них сам принимал? Да, лично. Содержанием ознакомиться. Но она не мне предназначалась, а что? Да ничего, забудь. Кстати, тебя майор этот уже допрашивал? Допрашивал. Неприятный тип. О, это точно, неприятный. Ладно, давай. Простите, что пришлось подождать. Мы готовим к эвакуации наш архив. Вы сдаете? Я могу продлить вам эту книгу еще на неделю, потому как та, что вы заказывали, еще не пришла. 28 августа группе Кочубея приказано атаковать станцию Никольск-Товарная с целью освобождения советских граждан, подготовленных к отправке в Германию. Приказ отдан полковником Алехиным без согласования с командованием. Может быть, в следующий раз. Могли бы постучаться, раз входите в кабинет старшего по званию. Если вы сейчас же не расскажете мне о вашей афере с диверсионной группой, то вы недолго будете старшим по званию. Ты что, майор, совсем забылся? Может, тебе всю секретную документацию на стол выложить? Надо будет, выложите! Вот когда будет надо, тогда и придешь. А ну встань смирно, когда ты с полковником разговариваешь. Вы немного на себя берете, товарищ полковник. В самый раз. Значит так. Когда у вас в следующий раз появится внезапное желание поговорить со мной, вы постучите в дверь, спросите разрешение войти, и только потом будете задавать ваши идиотские вопросы. Вам понятно? Так точно, товарищ полковник. Только не забывайте одно обстоятельство. В следующий раз я могу прийти с ордером на ваш арест. Так значит, сейчас у тебя ордера нет? Сейчас нет. Тогда ты свободен, майор. Потрудись выйти вон.
я пока выясню, из каких таких источников вы узнали о проведении секретной операции. Зря вы так, полковник. Ведь повод арестовать вас у меня есть. Вы основного свидетеля за линию фронта отправили. Мешайте работе следствия. Иди, иди. Бог подаст. Или прокурор. Штурмовать не получится. Нас всех положат на подходе. Штурмовать не надо. Слушай, командир, что? Ты немецкий язык знаешь? В школе учил. Что-то написано. Фалькенштр... Какая-то консерва. Понятно. Значит, будешь молчаливым немцем. Есть идейка. Пойдем. Да. Что вот взгляните. Ваше мнение. Это безумие. Зачем ему эти вагоны? Это все? Пожалуй, нет. По-моему, операция уже началась. Или вот-вот начнется. Я считаю, докладывать об этом начальнику гарнизона не нужно. Вы понимаете, что вы сейчас говорите? Это может быть расценено как воинское преступление. Я считаю, Москва организовала эту диверсию именно для того, чтобы выявить нашего агента. Я считаю, что наши правильные действия ни к чему хорошему не приведут. Мне нравится, что мы мыслим одинаково. У меня нет связи с самого утра, господин оберс-лейтенант. Почему наши телефонисты так плохо работают? Это непорядок, господин генерал. Я накажу виновных. Вы свободны. Есть, господин генерал. Господин оберс-лейтенант, вы знаете, я очень доволен нашей совместной службой. Благодарю вас, господин генерал. Мы к коменданту. Все в порядке. Можете приезжать. Кто это? Какая-то шишка из интендантской службы. Что им нужно? Приехали мы лить голову нашему коменданту.
к вам он Краснопузова привезли. Ausweis. Los, passieren. Чем могу помочь, господа? Господин комендант, имею предписание срочно отправить все имеющиеся пустые вагоны в Никольск в распоряжение штаба 2-го танкового корпуса. Господа, но у меня всего 6 пустых вагонов, и те предназначены под фураж для венгерской конной дивизии. Господин комендант, 2-й танковый корпус – это не эскадрон пьяных венгров. Надеюсь, вы понимаете, что без крайней необходимости мы не стали бы идти на подобные меры. Я прекрасно понимаю вас, господа, но у меня приказ. Но я вижу еще 2 отдельно стоящих вагона. Или они тоже у вас зарезервированы под каких-нибудь итальянских мулов? Присаживайтесь. Благодарю. Давай, шевели копытами. Hier, guck mal, noch ein roter Mist. Nein, alles voll. Pfeil, nimm Pfeil noch. Да, Гитлер, как говорится, полиция. Вон, видишь, еще одного привели. Хороший, здоровый, работа. Смотри, какой, оп. Работать хорошо, здоровый. Сила. Pfeil, nimm Pfeil noch. Ты что, какой полным-полно, ты такого никогда не видел. Да ты посмотри, здоровый какой, работать будет, горбатить, а? Ком, Pfeil, nimm Pfeil noch. Корзубы, давай. Держи. Ай, момент. Граждане фашисты, подходим. Эти вагоны не пусты. В них местные жители, родственники русских солдат и коммунистов. Мне приказано отправить их в Польшу. Но они стоят уже 3 сутки, и проходящий эшелон ожидается только послезавтра. Я забираю у вас эти вагоны. И еще 2 венгерских. Двигатели наших танков уже выработали ресурс. Но это никого не волнует. Вот пусть венгры и пасут своих коней на русских полях. Господин комендант, или я забираю 4 вагона, или все 8. А куда же я дену этих людей? Отправьте их домой. Или расстреляйте. Но позвольте, как я могу? Для расстрела нужно письменное распоряжение и специальная команда. Солдаты у вас есть? И оружие у них есть, надеюсь. Вы это серьезно? Поверьте, мне все равно, куда вы денете людей. Попробуй. Нас из нас. Да что у вас из нас, подкова лошадь? На, пробуй. Да попробуй. Ein Hufeisen? Никак. На, будешь пробовать? Попробуй. Ну-ка. О, внимание! Давай. Ein Riesen!
Миша Цекус. Тут? О, котелок, давай. Сейчас он его раздавит. Короче, сейчас из котелка каша. Каша, котелок. Что я говорил, а? Господин лейтенант, постройте весь личный состав у вагонов с гражданскими. Слушаюсь, господин майор. Кофе, господа? Кофе? Не откажемся. Со сливками или без? Со сливками. А вы? Или вы пьете черный? Шухер. Was ist hier los? Herr Leutnant. Господин лейтенант, доставлен еще один пленный. Что он сказал? Все вагоны укомплектованы. Скажите им, пусть убираются. Какой нахуй? Weg, weg, verschwinde! Да подождите вы! Weg, weg, weg hier! Давай, домой! Куда я его потащу? Такой здоровый! Weg, да у меня же лошадь сдохнет! Куда я его? Смотри, он же работать может! На нем пахать можно! Пахать, пахать! Хочешь вагоны подвинет? Вагоны! А? Паровоз не надо, он один вагоны подвинет. Хочешь? Хочешь? А? Во, сейчас, во. Сейчас, один момент! Слышь, пошли. Мужик, господа немцы желают, чтобы ты вагон подвинул. Давай, давай, подвигай вагон, шевели копытами! Воп, воп, воп! Подходим, подходим, кучнее! Русский медведь! Давай, давай, давай! Давай, не стесняйся, подходим! Давай сюда, блин! Так, давай, ты пониже, вперед иди! Давай! Ты с этой хреной стрелять умеешь, нет? Умею. Ты это... Смотри, в барина не попади. А то за барина любому грызло перегрызу. Че ты смотришь-то? Че ты смотришь? Я не смотрю, что я маленький. Я знаешь, как улиты бывают. Пушнее! Вот, вот так нормально. Ты не на меня смотри. Ты смотри в пулемет, чтобы в барина не попасть. Данка. Не кормись.
черт. Я про дырку забыл. Господин комендант, пейте свой кофе. Я думаю, волнение излишне. Кольцо и бросаешь. Пошел. Ну! Все, в лес, бабки. Нюрка, Нюрка, подними там. Тихо, в лес. Тихо, поубивал, да? Убивал? Ты сможешь. Лес! А ты видел, как я их убила? На, держи. Тебе уже не надо. Костя,
Я. Ты помнишь, где находится Зинаида со своими? Так точно. Километров 15 отсюда. Молодец. Значит, отведешь людей к ней в отряд. Заберешь Седову. Возьмите батареи для рации. И назад. Есть. Стой. Пусть сразу в Москву отправит это. Так точно. Разрешите идти? Выполняй. Понравилось воевать? Да нормально, суетно только больно. А чего ж автомат выбросил? А, без патронов бесполезная вещь. Слышь, командир, Монгол много крови потерял. Надо бы врача. Вижу, нет у нас врача. У нас нет, в городе есть, можно съездить. В город ехать запрещаю. Командир, ты не прав. Располагаемся здесь. Остапчук, Штайнер, за хранение. Алехин! Везде тебя ищу. Шифровка от Кочубея. Разрешите, товарищ комиссар? Прошу садиться. Что со станцией? Докладывай, Лебедев, что там в шифровке? Людей спасли, уничтожили 20 немцев. Но после завершения операции туда прибыла караульная рота. После завершения операции? Нужно радоваться, товарищ комиссар. Повезло Кочубею. Но на чистое везение это не очень похоже. Считаю, что риск был неоправдан. Разрешите? Да, войдите. Товарищ комиссар госбезопасности 3-го ранга. Постановление военного прокурора Москвы. Подполковник Лебедев, встать. Что? Вы арестованы. Сдайте оружие. Конвой. Увести. Послушайте, майор, может быть, вы мне объясните, что здесь происходит? Этого делать я не обязан. К тому же, мне кажется, что вы сами в курсе. Во всяком случае, есть все основания, как минимум, допросить подполковника повторно. И не у вас. Вот что может случиться, товарищ полковник, если не сотрудничать со следствием. Может, ты мне объяснишь, что все это значит? Похоже, вы были правы. Я действительно недооценил этого майора. А это означает только одно. Приглашение к откровенному разговору. Да, но при чем здесь Лебедев? Значит, и вы его недооценили. Товарищ комиссар, я прошу разрешения ввести майора Серова в ход операции. Ты хорошо подумал. Александр Борисович, в таком случае в следующий раз они придут за нами. Обычный пистолет русских офицеров ТТ. Но пули напичканы таким количеством всякой гадости, что я бы вам рекомендовал заряжать его в перчатки. И носить на подносе? Нет, носить можете обычно, я же держу его в руке. Ни на секунду не сомневался в вашей храбрости, господин генерал. Наша новая разработка. Вы хотите, чтобы я взял с собой на операцию горсть немецкой земли? Мне нравится ваше чувство юмора, но я попросил бы вас быть посерьезнее. Gott sei Dank! Was soll das? Я просил бы
относиться аккуратней. Мина. Ах, это мина. Вот именно. Кто обратит внимание на кусок грязи на дороге? К тому же мина магнитная. Забавно. Да. На днях мы проведем тренировку с вашей группой. Господин генерал, я не вижу в этом арсенале того самого секретного оружия. Вы сами доложили в рапорте, что баллистика разработки непредсказуема и что она сложна в применении. Да, но мне без него не обойтись. Оно насквозь прошивает бронированный автомобиль. Хорошо. Но учтите, что данное оружие я доверяю только вам. Все будет хорошо, господин генерал. Вы свободны, господин Троянов. Dieser Clown wird alles hochgehen lassen, Herr General. Я неоднократно говорил вам, чтобы эффективно воевать, нужно знать язык своего врага. Потрудитесь говорить по-русски. Этот клоун погубит наше дело. Оберст, этот человек не так прост, как кажется. Не всякий, кто тянется перед начальством, способен выполнить любой приказ. Этот способен. Стоит лицом к стене. Товарищ майор, арестованный доставлен. Ну вот смотрите, Лебедев, какая у нас с вами интересная история получается. Немецкие диверсанты при полном попустительстве или покровительстве кого-то выезжают на правительственное шоссе, вырезают пост и готовят покушение на товарища Сталина. Ни больше, ни меньше. Но затем, при странном стечении обстоятельств, ваши бывшие Лебедев-товарищи этих диверсантов уничтожают, так? Так. Одного раненого диверсанта берут на месте. При этом момент задержания, в котором помимо полковника Алехина участвовали капитан Кочубей, старшина Ионов и майор Кондратьев, он стреляет из неизвестного оружия и убивает майора Кондратьева, так? Я не могу понять от меня, что нужно. Меня там не было. Сейчас появитесь. Вам не кажется странным, Лебедев, что в состав группы, заброшенной в тыл противника, вошли как раз и капитан Кочубей, и старшина Ионов? Группу формировал майор Пугачев. Это не меняет дело. Раненого диверсанта привозят в ваше управление, хотя должны были передать нам. Ну и что это приказ Алехина? А то, что в вашем управлении этого диверсанта убивают. И вы, Лебедев, были последним, кто заходил в помещение, где тот содержался. А врач, который его осматривал, как раз в это время вышел, и старшина Ионов вышел, а вас попросил подменить его. И вы, Лебедев, оставались с диверсантом один на один. А старшина Ионов теперь находится в тылу врага! И следствие не может его допросить! Лебедев... Я тебе прямо говорю. Или ты меня опровергни, или тебя расстреляют. Вот такие твои дела, Лебедев. Разрешите? Каблаев. Я. Ждать в коридоре. Есть. Присаживайтесь. Вот вы думаете, сволочь, майор. Сидит, власть показывает, а у самого только одна забота — раскрыть в вашем управлении шпионскую сеть. Так вы думаете, да? Если бы я так думал, то не пришел бы. Ну и то хорошо. Поэтому обойдемся без взаимных извинений и прочих глупостей. Обойдемся. Каблаев! Завести. Вперед. Садись. Неужели сам допрашивать будешь? Нет, Серов разрешил поговорить с тобой. О чем? Сам не догадываешься. Да, отравить.